Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию о силе хвалы и поклонения. Сегодня я приготовил особенное послание «Осел и осленок» или «Ваш царь идет к вам». Мы поговорим о еще одном преимуществе хвалы. В хвале и благодарении мы открываем двери нашего сердца, чтобы принять царя славы в наши сердца и в нашу жизнь, позволяя ему покрывать и защищать нас а также наполнять нас своим присутствием. В результате мы входим в мир и в Его полноту. Важно, чтобы мы приняли Его как Царя славы, который пришел к нам в смирении и отдал себя за нас. Нам нужно открыть двери нашего сердца и поприветствовать Его. И мы делаем это через хвалу и благодарение. Давайте посмотрим 23-й псалом. Тут сказано «Господня земля» и что наполняет ее. Вселенная и все живущее в ней. Мы принадлежим Господу. Он имеет на нас все права. Но он не навязывается, а ждет, пока мы сами откроем свое сердце. А в седьмом стихе сказано «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные» и войдет царь славы. А вы открыли свои врата и впустили царя славы? Или же вы лишь немного приоткрыли их? Вам нужно распахнуть и впустить царя славы. Кто сеет царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь сил, Он царь славы. Врата были важным местом в городе, и у ворот сидели старейшины. Поэтому ворота — это символ старейшин. Именно они решали открывать ворота или закрывать, впускать кого-то или нет. Если это были праведные старейшины, то они могли держать голову высоко потому что они впустили праведность и не пускали зло. Но если бы они впустили зло, то их головы были бы опущены от стыда. А тут сказано «поднимите головы». Вам нечего стыдиться, потому что вы впустили царя славы. Он имеет право войти, потому что он создал вас и искупил вас. Пусть вам не будет стыдно за то, что вы не открыли ворота своей жизни для Бога. Если вы не сделаете этого, то в итоге вы опустите голову от стыда. Мы должны широко распахнуть врата нашего сердца перед царем славы. А делаем мы это через хвалу и благодарение. Также книга Исаи, 60 глава, 18 стих. Тут сказано «И будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою или хвалою». Иными словами, вы открываете эти ворота, когда славите Бога. Так вы широко открываете врата и впускаете Бога. Прекрасный тому пример — это так называемое триумфальное шествие Иисусом, которое произошло вербное воскресенье на Страстной неделе. Именно тогда Иисус официально представился Израилю как Мессия. Мы видим, что люди славили его, открыв ворота своего сердца. Они пели «Асанна, сыну Давидову». «Благословен грядущий во имя Господне». «Асанна, вышних». Они открыли врата своих сердец, но, к сожалению, лидеры страны не открыли свои сердца. Именно поэтому он не смог установить свое царство в тот момент. Он собирался сделать это, но не смог. Это прообраз того, что Иисус приходит к нам, но мы должны как-то отреагировать. Выбор только за нами. Вам решать. Откроете вы свои ворота перед Ним или нет. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 стих. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, а вышли навстречу Ему и восклицали». Асан, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев. Вот как нужно приветствовать Иисуса с хвалой и благодарением. Иисус же, найдя молодого осла, сел на Него, как написано, Не бойся, черь Сионова. Все царь твой грядет, сидя на молодом осле. Иисус въехал на молодом осле на осленке. Я хотел бы поговорить об этом. Это исполнение предсказаний из Захарии 9 главы, 9 стиха, где сказано Ликуй от радости, дчерь Сиона. Торжествуй черь Иерусалима. Видите, им сказано радоваться и торжествовать, потому что именно так и нужно приветствовать царя. Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Это пророчество о том, что царь придет в смирение, а также на осле и на ослеонке. Захария говорит: к вам идет царь, и правильная реакция радоваться перед Ним. Откройте свои сердца в хвале и поклонении, и примите его. Это прообраз того, как Христос приходит к каждому из нас со смирением, а не насильно. Именно поэтому он приехал на осле. Им нужно было решать, принять или отвергнуть его. Он праведный царь, но он приходит со смирением. Это не означает, что он идет на компромисс со своей властью, а лишь то, что он никому не навязывается. Он показывает себя и желает завоевать наши сердца любовью. Тут написано, что Он приходит со спасением. Он желает дать нам все хорошее. Он приходит с любовью и хочет завоевать наши сердца любовью, а не силой. А когда мы принимаем Его как Царя, то мы также принимаем и Его спасение. Он приходит со спасением. Поэтому, принимая Его, мы принимаем и спасение. А когда мы принимаем его, он становится нашим царем, сражается с нашими врагами и устанавливает царство мира. Об этом сказано в следующем стихе. «Тогда истреблю колесницу у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. Иными словами, когда они примут его как царя, он победит всех их врагов. Больше не нужно будет сражаться, и он остановит на земле царство мира. Также, когда вы принимаете Иисуса, он начинает сражаться за вас и устанавливает мир в вашей жизни. Как мы принимаем его? Тут сказано «се» или «смотри», Грядет твой Царь. То есть вам нужно увидеть, кто такой Иисус. Вам нужно увидеть Его любовь к вам, а также Его власть. Затем написано Радуйся, то есть принимай с энтузиазмом и открытым сердцем, что значит с хвалой. Вот что такое реакция с энтузиазмом. Представьте, что мужчина делает женщине предложение, а она отвечает, ну ладно, мне все равно больше заняться-то нечем. Никто не хочет такого ответа. Все хотят эмоционального ответа, показывающего восторг. Поэтому Захария говорит «Радуйся, твой царь идет к тебе, радуйся». Это лучшее, что произошло с тобой. Итак, Иисус приходит, и мы принимаем Его с хвалой и благодарением. Это будет лучшим приемом для Него. Иисус приходит к нам как Царь и Спаситель, и мы должны смотреть на Него как на Царя и Спасителя подчиниться Его господству, принять Его спасение, и в результате всего этого мы войдем в мир и полноту. Во время триумфального шествия народ пел «Асан», что значит «Спаси сейчас». Господь, мы принимаем Твое спасение. «Асанна, сыну Давида, благословен грядущий во имя Господня». «Асанна, вышних». Евангелие от Луки 19:38. «Благословен царь, грядущий во имя Господне». То есть они принимают его как царя и как спасителя. Но, к сожалению, лидеры народа отвергли его. Царь верхом на осле — это довольно странная картина для нас. Что же это такое? Обычно цари едут верхом на коне, они въезжают властно и устрашающе. Но Христос пришел не так. Он пришел смиренно и хочет, чтобы мы приняли его с хвалой и благодарением. Но люди в Ветхом Завете понимали, что приезд на осле — это не признак слабости, а того, что царь хочет править над этим народом, но не насильно, а по их согласию. Именно поэтому он представляется таким образом въезд на осле это символ, данной Богом власти, но установленный не силой, а добровольно принятой людьми. В книге судей 5 главе, 10 стихе, описаны судьи того времени, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах, а в той же книге только в 10 главе, 3 и 4 стихе, написано, Иаир из Галаада, был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. Еще далее, в 12 главе, 14 стихе, мы можем увидеть вот что. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. То есть, осел — это символ власти, но не насильственной, а принятой добровольно. Когда Иисус въехал на осле, это означало, что хотя он имеет право царствовать, он не собирается подниматься на престол силой. Если евреи отвергнут его, он готов уйти. Он не будет насильно царствовать над ними. Он станет их царем только в том случае, если они примут его как царя. Так же это работает и в нашем случае. Он желает, чтобы мы добровольно выбрали его царем. Интересный тому пример ⁇ это коронация Соломона. Соломон, сын Давида, это прообраз Христа. Перед коронацией Соломона произошел конфликт между двумя сыновьями Давида. И в третьей книге царств, 1 главе, 5 стихе, мы читаем: Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, Я буду царем и завел себе колесницы, всадников, и 50 человек скороходов. Это один из способов получить власть. Можно прийти с колесницами и всадниками и таким образом обеспечить себе царство, или лучше сказать, отобрать для себя царство. Затем сказано, «Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Он же был очень красив». Иными словами, это был разбалованный ребенок. Отец никогда не исправлял его. Он был красивым, поэтому все считали его миленьким, и из-за этого он вырос избалованным. В итоге он попытался прийти к власти, но сделал это по-своему. Затем от Версавии и Нафана об этом узнает Давид и говорит, «Нет, я назначил Соломона царем». Затем Давид дает Соломону инструкции о том, как быть царем. Это все та же третья книга царств, первая глава, 33 стих. «И сказал он царь, возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его Геона». Мул — это помесь осла и коня. Соломон должен был ехать на муле Давида. Любопытно, не на коне, а на муле. Это символ смирения. То, что это был мул Давида, говорит о том, что Давид назначил его быть царем, но он пришел в смирение, ожидая, что люди примут его. Затем сказано, «И да помажет его там садок священник, и нафан пророк в царя над Израилем». «И затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон». Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И пошли Садок священник и Нафан пророк, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял в садок священник Рок с Елеем из Кинии и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал, да живет царь Соломон. Затем Мул упоминается в третий раз. И отвечал Иоаннафан и сказал Адонии, «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем, и они посадили его на Мула царского». Это очень важно, потому что именно так царь представлялся народу в смирении. Он приходит к ним не так, будто бы они его враги, не на коне, а на муле. Почему тогда он просто не пошел пешком? Ему нужно было сидеть. Осел — это символ его престола. Иными словами, он говорит, как я сижу на этом осле, так я буду сидеть на престоле над вами. В вашем случае он приходит так же. Он приходит и говорит, я хочу сидеть на троне вашего сердца. Осел также символизирует нас. То есть мы должны нести Божью славу. А в триумфальном шествии, когда Иисус сидел на осле, Он тем самым говорил, я предлагаю себя вам в качестве вашего Господа и Спасителя, чтобы сидеть на троне вашего сердца и править над вами. А еще осел — это прообраз того, кто уже принял Иисуса. Люди приветствуют, а глупый осел может подумать, что они приветствуют его, но на самом деле они приветствуют Господа, который сидит на нем. Если Бог использует вас, то помните, что люди восторгаются не вами, а Божьим талантом вас. Ему вся слава. Итак, вы будете диким и непокорным ослом, который не даст Господу сесть на себя. Так или нет? Или же вы подчинитесь Господу и понесете Его силу и славу. Выбирать вам. Вот с каким вопросом он пришел к Израилю, а также к каждому из нас. Но я хочу обратить ваше внимание на еще один любопытный факт. В пророчестве Захарии говорится об осле и осленке. В трех Евангелиях говорится только об осленке. И только Матфей пишет об осле и осленке. И о том, что Иисус сидел на обоих. Весьма любопытно. Евангелие от Матфея было написано к евреям. Следовательно, осел имеет какое-то конкретное значение для еврейского народа. Иисус открылся еврейскому народу. Главная мысль Евангелия от Матфея ⁇ это то, что Иисус ⁇ Мессия. Но как он может быть Мессией? Если согласно их предсказаниям, он должен установить на земле царство мира, а он это не сделал. Матфей писал о том, что Иисус показал все признаки Мессии, но еврейские лидеры отвергли его. Они говорили, что он одержимый. И в результате Евангелие от Матфея заканчивается тем, что теперь благая весть переходит ко всем народам. Итак, идите, научите все народы. Так началась эра церкви. Но также Евангелие от Матфея обещает, что в самом конце, во время последней жатвы, Иисус вернется к своему народу и восстановит их тоже. То есть, Бог не забыл об Израиле. Он восстановит свое царство и Израиль будет там центральным народом. Однако из-за их непринятия Иисусом началась эра церкви. И Евангелие разошлось по всему миру. А триумфальный вход Иисуса в Иерусалим ⁇ это пророческая картина. Мы посмотрим на нее. Это 21 глава 1 и 2 стихи. И когда приблизились к Иерусалиму, и пришли в Вифагию, к горе Елеонской. Тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне». Ослица — это Израиль, и только Матфей упоминает о ней. Вначале Иисус ехал на Ослице, потому что он пришел к Израилю, но в Евангелии от Луки мы читаем, что, приближаясь к Иерусалиму, Иисус начал плакать. Он плачет, потому что Израиль отвергнет его. Они так и не поняли, кто к ним пришел. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему» но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат себя окопами и окружат себя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя». «И побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». На подъезде к Иерусалиму Бог показал Иисусу, что Израиль отвергнет его. Ослица символизирует Израиль. Именно в этот момент он пересаживается с ослица на осленка. Например, в Евангелии от Луки 19, главе 30 стихе сказано, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Это прообраз язычников, потому что они не знали Бога. Они не знали его законы. Язычники не знали ничего. Все, что касалось Бога, было для них в новинку. Они не привыкли к Божьим законам, поэтому они похожи на осленка. В этот момент Иисус пророчески переместил место своего правления, если можно так сказать, на осленка. Поскольку Израиль отверг его, он перенес свое присутствие к язычникам. Он принес спасение язычникам. Церковь в основном состоит из язычников. Иисус перешел к другим народам лишь на время. Поэтому он ехал верхом на осленке. Обычно молодой осел, на котором никто никогда не сидел, не принимал никого. Ему нужно было учиться этому. Но каким-то чудесным образом осленок подчинился Иисусу и въехал в Иерусалим, везя Иисуса. Это прообраз того, что многие язычники примут Иисуса как своего Господа. Хотя они ничего не будут знать о нем, они распознают в нем Господа. Какая прекрасная картина. Но это не означает, что Бог поставил крест на Израиле. Заметьте, Иисус ехал на осленке, который все это время был привязан к своей матери. А это означает, что Израиль и церковь идут вместе в плане Божьем. И когда церковь вознесется, Иисус снова будет сидеть на ослице. Его слава вернется в Израиль, как сказано. Весь Израиль спасется. А также он установит свое царство через евреев. Итак, у Бога есть план для церкви и для иудеев. И нам не стоит забывать об этом. Послушайте эти прекрасные слова. И тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Господь нуждается в обоих. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Господь нуждается в нас. Ему нужно, чтобы мы несли Его славу по всей земле. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, Скажите Тщере Сионовой, «Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. «Повели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. То есть Иисус сидел и на ослице, и на осле. Библия говорит «оно», то есть Евангелие, есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и Елену. Вначале Иисус сидел на ослице, а потом на осленке. затем сказано, народ же предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асана, сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господня». Асана Вышних. Здесь мы снова видим, как люди приветствовали его с хвалой и поклонением. Но лидеров это расстраивало, и они пытались это прекратить. Когда вы славите Бога и поклоняетесь Ему, вы тем самым приветствуете Иисуса как Царя Славы в вашей жизни. Итак, Писание сравнивает неверующих евреев с диким ослом. Иеремия 2.24. Привыкшую к пустыню дикую ослицу. Осия 8.9. Поглощен Израиль. Они пошли к Асуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Проблема Израиля была в том, что он был диким ослом и не хотел, чтобы на нем сидели. Он не хотел подчиняться господству Иисуса. Не будьте диким ослом. Если вы примете Иисуса, то на вас сойдет Его слава, и вас будет ждать великая судьба. А в исходе 34 главе есть интересный закон об ослах. «Все разверзающее ложесна мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающее ложесна из волов и овец, первородное из ослов, заменяй агнцем, а если не заменишь, то сломай ему шею». Любопытно, если учесть, что осел — это символ Израиля. Осел будет искуплен агнцем, иначе ему сломают шею. Вариант всего два. Израиль отказался принять агнца, поэтому их шея была сломана в 70-м году нашей эры. Но в период скорби Израиль покается и изменит свой вердикт. Его лидеры, наконец, осознают, что Иисус — Мессия, и скажут «Благословен грядущий во имя Господа». Именно тогда вернется Иисус. Как только они примут Его, Он сразу же вернется, но на этот раз не на осле, потому что Его уже приняли. На этот раз Он придет на военном коне, чтобы сражаться со всеми врагами евреев и чтобы установить свое царство на земле. Если вы принимаете его, когда он приходит к вам в смирении, тогда он начинает воевать за вас. Он сражается с вашими врагами и устанавливает царство мира в вашей жизни. Итак, мы либо будем искуплены Агнцем Божьим, либо наша шея будет сломана. А те, кто отвергнут Агнца, предстанут перед судом. Итак, осленок — это язычники. И слава Богу, многие из нас приняли Иисуса. Это исполнившееся пророчество. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресал его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Иными словами, евреи и язычники будут привязаны к виноградной лозе. А лоза — это Христос. Божий план в том, чтобы и те, и другие были привязаны к лозе. Далее сказано, «Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Иисус — это виноградная лоза. А кровь гроздев виноградных — это кровь самого Иисуса, которая омывает нас от наших грехов. Одежды, омытой виноградной крови, становятся пурпурными. Так, принимая Иисуса, мы становимся частью царского рода. Когда евреи отвергли Иисуса, Он вознесся на небо с Елеонской горы. А когда они снова примут Его, Он вернется и сразится при Армагеддоне. В этот раз он будет верхом на коне и уничтожит всех врагов, которые хотели уничтожить евреев. Затем он вернется на Илионскую гору и завершит то, что начал. Он не мог сделать этого раньше, потому что они отвергли его. Но теперь они открыли врата своих сердец. И он вернется, встанет на Илионской горе, сойдет с коня и войдет в Иерусалим, как царь славы. Затем он установит свое царство по всей земле. Откройте свои врата перед царем славы. И он войдет и будет сражаться с вашими врагами и установит царство мира вашим сердцем. Асана, сыну Давида, благословен грядущий во имя Господня, воздайте ему славу. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и 18.00 по адресу, который вы видите на экране.